Около 76. Дорогие друзья и ветераны, в оппозиции надо сдавать. Есть у нас еще разные планы. Так суровые годы войны, с юных лет довелось нам трудиться, чтобы армия нашей страны побыстрее разгромила фашистов. А в 17 мальчишеских лет нас на ратную службу призвали, но щадя наши юные сети, на битвы тогда не поставили. Мы в ближайших армейских тылах охраняли военные склады, мы дежурство несли в городах и на фронт доставляли снаряды. А потом, с окончанием войны, много лет мы служить продолжали. В разных точках советской страны мирный труд мы ее охраняли. Так сложился наш жизненный путь. Есть у нас дети и внуки, и хоть годы назад не вернуть, опускать рановато нам руки. Прими наш друг от воинов тех лет, что братство всем нам дорого и свято, наш ветеранский дружеский привет и поздравление с 76-й годовщиной Великой Отечественной войне. Спасибо, дорогие северодвинцы!